Так, друзья, мы начинаем наш урок по японскому языку. И еще мы сделаем еще одну вещь. Важную, интересную. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Видно все, слышно хорошо? Так, опять сделаем. Хорошо, видно, слышно. Так. Так, немножко не то. Видно, да? Здравствуйте, Людмила. Сейчас подождем остальных участников, а пока мы давайте с вами сделаем зарядку, гимнастику. Пока остальные подходят, чтобы нам долго не сидеть на месте, мы сделаем зарядку. В работе мы перед каждым занятием будем выполнять пальцевую гимнастику. Наш мозг... Да, ну, скорости. Второй элемент. Каждое упражнение необходимо делать не быстро, но правильно. Да. От этого будет зависеть эффективность нашей пальцевой Давайте гимнастики. Будем делать. При выполнении каждого упражнения концентрируйте свое внимание на том, что делают ваши пальцы. Так, не стремитесь делать слишком быстро или несинхронно. Первое упражнение. Камень, камень, утка. Утка. Делаем и радуемся. Если пока не получается... Как только упражнение у вас будет получаться лучше, вы можете добавить немножечко скорости. Второе упражнение. Фига. Во. Фига. Во. То же самое. Одной рукой поделаем. Второй рукой поделаем. И потом медленно соединяем. Медленно, медленно соединяем. Угу. Нитя к нам подсоединилась. Это третье упражнение. Знаем. Пистолет. Антипистолет. Пистолет, антипистолет. То же самое. Одной рукой. Это я. Одной рукой мы делаем. Потом добавляем вторую руку. И потом медленно. Самое главное делать медленно. За руками. Четвертое упражнение. Регулировщик. То же самое. Регулировщик делаем медленно. Одной рукой. Бам, 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 бам. Потом второй рукой. То же самое. И потом медленно соединяем. Пятое упражнение. Вилка, розетка. Вилка, розетка, то же самое. Мы делаем одной рукой, привыкаем. Одной рукой. Потом второй рукой привыкаем. И соединяем медленно. Самое главное смотреть на... Теперь мы готовы к плодотворной работе. Угу. Молодцы. Мы тоже готовы к плодотворной работе. Давайте еще одно упражнение сделаем. Так, сейчас мы его сделаем.
Так, видно экран, да? Упражнение алфавит называется. Так, возьмем 5 минут. Секунд, вернее. Угу. Называем букву и, соответственно, поднимаем руку. О – это обе. Угу. Левой рукой. Б. Обе к. Йоу. Угу. Х. Поднимаем правую руку. Т. Поднимаем левую руку. Х. Надо говорить букву и поднимать, соответственно, руку, которая написана. О – это обе. П – это правая. Л – левая. Получается? Можете выйти на связь, чтобы мне было понятно. Угу. Так. Так, оплата, я так понимаю, в конце занятия будет, да? Так. Да. Угу. Вот. Мы переходим, собственно, к катакане, к хирогане, наконец-то. Немножко размялись, чтобы у нас мозги закипели. Это очень важно. Тогда они начинают работать. И что мы делаем? Буква А. Кто заметил в букве А в хирогане букву А? Кто не заметил, я сейчас нарисую. Во-первых, мы представляем какой-то плод, ну, в данном случае тут Антоновка, яблоко, но на самом деле лучше представить, потому что яблоко не всегда ассоциируется с словом Антоновка, представить какой-то плод на А. Апельсин, ананас, абрикос, арбуз, любой плод, вот это сам плод, а это его вичка или хвостик у арбуза, допустим. Или у ананаса это будет шишечка такая. Угу. И еще, как мы увидим три раза в А. Вот она. Один раз. Видно буква А? А. Видно? Ну, так я не играю. Что-нибудь ответьте. Выходите на связь голосовую, потому что я не понимаю, насколько вы понимаете. Что? Повторите, пожалуйста. Да, все видно. Все понятно, да? Вот, буква А. И, соответственно, вот у нас прописная буква. Видно? Ну, не прописная, письменная буква. Вот она у нас. Письменная буква наша, русская. И еще... Кому вот совсем не видно, то можно еще подписать вот так вот букву А. Вот она у нас, буква А. Это все буква А. Пишется она просто. Так, я сейчас куда-нибудь уберу. Вот. Вначале проводится черта. Потом... Так, у меня... Это должна быть одна черта. У меня просто мышка, я не всегда смогу, не отрывая руки. Да. Вот так вот. Буква А. Буква А. Но мы еще потренируемся в чате. Сейчас просто запомнить, что это буква А. Так, я стираю все лишнее, потому что оно нам мешает. Па-пам. Давайте все скажем дружно А! А! Угу. Молодцы. Идем дальше. Так, я не вижу. Что мне... Б. Да. Ну, Б нету в японском языке. Есть буква И. И. Ну, и
особо не нужно запоминать, потому что на букву И похоже. Похоже ведь на букву И. Вот. А во-вторых, вот у нас иголочки с ниткой. И две иголочки. И, если уж совсем не запоминается буква И, но она обычно у всех запоминается хорошо. Поэтому И, давайте скажем И. И. Угу, да. Да, пишется две черты. Вот первая черта и вторая черта. Замечательно. Идем дальше. И. А это у нас буква У. У. Видно ухо такое? Ухо. Вот у нас У. 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 Да, и пишется тоже черта и вторая черта. У. Давайте скажем. У. У. Угу. У. Иногда еще она... Да, замечательно. Иногда она замещает букву О. О. Иногда, когда вот длинное О, показать, что это длинное, продолжается звук О, иногда пишут букву У. Угу. Замечательно. А так она обычно в конце глаголов стоит. То есть это у нас как ти, как ти в русском языке. Ать, ить и так далее. У. Замечательно. Молодцы. Молодцы. И мы еще мультик посмотрим. Буква Э. 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 Угу. Мы ее видим в разных местах. Вот у нас буква Э. Вот она у нас. Буква Э. Э. И у нас это у нас электричество. Э. Э. Мы сегодня только пройдем гласное, ну и посмотрим мультик со всей хироганой. Э. Пишется тоже штрих, второй штрих, ну, то есть и второй штрих. Вот он. Штрих и второй штрих. Замечательно, молодцы! Идем дальше. Э. Это у нас буква О. Остров. Видно, что это остров? О. О. Ну и саму букву О хорошо видно О. Вот внизу. В основании острова. О. Давайте мы тоже нарисуем. Палочка. Потом вот это все. И штрих. Угу. Буква О. Так. Угу. Замечательно. О. И последний. Молодцы. Да, вот у нас гласные. И сейчас посмотрим мультик. Любите мультики смотреть? Так. А, все понял. Угу. Для того, чтобы привести мозг в тонус... Буква О. Так, буква О надо... Так, прошу прощения тут. Мы удалим лишнее все. И посмотрим мультик, наш любимый мультик. Наш любимый мультик. Так. Хирогана-сон. Вот наш любимый мультик. Наш любимый мультик. Сейчас он появится. Вот. Наш любимый мультик. Угу. Сайгомаде скипп шинайде не.
Rakuten Mobile は、データをガンガン使うあなたに最適なワンプラン。私、動画をめっちゃ見るし、SNS やテザリング。私、あのチャット、いや。あの、もてん、もてん。Интересный мультик. И заодно мы узнаем, как назвать себя. Ватаси ва. Давайте скажем каждый. Ватаси ва Андрей Рейс. Представимся. Я Андрей. То есть мы говорим ватаси ва, потом свое имя, а потом дес. Давайте. Ватаси ва Андрей Рейс. Угу. Кто следующий? Ватаси ва Сэндрис. Угу, давайте. Ватаси ва Рида Дес. Угу. Замечательно. Еще кто скажет? Так, да. Так, звук здесь, да? Вот и мультик. Да, это самое известное, наверное, выражение в Японии. Конничива! Конничива! Добрый день! Конничива! Давайте скажем. Конничива! Конничива! Давайте скажем хором. Конничива! Конничива! Угу. Замечательно! Конничива! 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 Генки да йо. Угу. Генки деска. Генки деска означает как дела. Генки деска. Денде деска. Угу. Генки деска. Угу. И можно ответить генки дес или генки да йо. Генки дес. Генки да йо. Генки деска. Генки да йос. Да, генки да йо. Угу. Аната ва? И канджи да йо. Угу. Аната ва? Это он спрашивает, а у тебя как? Аната ва? Аната ва? Аната ва? Угу. Да. Ватаси ва генки дес. Аната ва?
я сказал, у меня все хорошо, а у вас, у тебя? Можно ответить «Генки дес», «Генки даю». Угу. Кто смелый? «Генки дес», «Генки даю». Пожалуйста, «Генки дес», «Генки даю». Угу. Да. Либо одно, либо другое. Это синонимы. «Генки дес» – это более такая, более вежливая форма. «Генки даю» – это более разговорная форма. これは何？これは何？これは это нан-нан-ни это что? これは何？ Корева нанни. Что это? Корева нанни. Давайте спросим. Корева нанни. Угу. Корева нанни. Корева нанни. Угу. Неко. Неко дес. Или... Корева неко дес. Неко. Кошка. Кошка. Неко. Неко. Если кошку не кормить, она умрет. Неко. 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 Извините, просто японский очень сложно именно в произношении. А можно где-нибудь найти эту транскрипцию? Потому что я уже забыла все первые фразы. То есть, типа, именно транскрипцию найти где-нибудь, чтобы говорить было легче. Можно найти транскрипцию, я сейчас напишу. Неко. Он несложный, он по сравнению с китайским, он достаточно легкий произношение. Неко. Корева нанни. Корева нанни. Генки. Генки. Генки дайо напишу, генки дайо. Ну, вот раздельно. Ну, японцы, они все слышно напишут, но я для простоты раздельно напишу. Генки дес. Генки дес. Буква У, она практически не читается на конце. Но если читается, то очень так. Ну, во-первых, это показывает, что это возрастной уже человек говорит. Генки дес. Либо очень коротко читается. Генки дэсю. Угу. Генки дэс, генки дайо. Дальше у нас было о генки дэска. О генки, генки дэска. О генки дэска. Ну, лучше тоже разделить, чтобы было понимание. О генки дэска. Дальше у нас было ватаси ва. Ватаси ва. Watashi wa и свое имя desu. Desu. И, ну вот, все, в принципе. Kore wa, можно еще. Kore wa. Кто-то там desu. Это, в данном случае, будет кошка. Kore wa. Угу. Ой, kore wa, не kore. Kore wa desu. Соответственно, мы спрашиваем коре нанни, что это? И отвечаем коре ва неко десу. Вот таким образом я буду печатать. Угу. Так. Угу. Давайте скажем добуц. 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 О, длинное, остальное короткое. До, до, быть. До, быть. До, быть. Давайте скажем. Животное. До, быть.
Ну, я так не играю. Добдж. Замечательно. Неко. Неко. Корева неко десу. Неко. Неко десу. Хайя! Корева неко десу. Давайте скажем. Корева неко десу. Корева неко десу. Неко. Корева неко десу. Это у нас. Ины. 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 Представим такого инопланетного, инопланетную собаку. Илю, илю, илю. Илю, илю, илю. Она как метеорит падает на землю. Илю, илю, илю. Такой. И с огромным визгом собачьим падает на землю. Илю, илю. Илю, илю, илю. Давайте скажем. Корева илю дес. Корева илю дес. Ину тут подписано. И. Это буква И. Корева илю дес. Ну, молодцы. Это буква И. Вы ее уже узнали. И, а это буква Ну. Ну. Мы ее пока еще не проходили, но сейчас увидите ее. Корева ину десь. Молодцы! Ина. Корева ину десь. Корева ину. Давайте скажем. Корева ину. Коре. Это читается не ха. Это... Корева ину. Угу, да, корева ину. Это читается ва. Тут опечатка. Корева ину. Молодцы, молодцы. И, ну ладно, особенности произношения пока не будем заострять внимание. Потом, на втором уроке мы. Японский язык произносится не л, не р, а р, 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 р. Это мы потом получим этот звук. Нищи но ину. Да, у нас тут две собаки, поэтому ни это два, хики это штука, ну хики но, ину это собака. Ни хики но ину, ни хику хики но ину, ни хики но ину, ни хики но ину. Ни хики но ину. Ни хики но ину. Можете прочитать прям по латинице. Ни хики но ину. Да, ни хики но ину. Молодцы, молодцы. Сюгой. По-японски будет. Круто. Сюгой. Ни хики но ину. Или когда они ставят лайки, они говорят не лайк, а ине, ине, ине. Ичи, ни. Да, вот у нас ичи, ни. Один, два. И пишется тоже одна палочка. Ичи. И чего ты один? Ичи, ичи, ичи. И два. Ни, ни, ни. Два мотка ниток. Представьте, два мотка ниток лежат параллельно друг другу. Ни, ни, ни. На самом деле это очень простой язык, ну, в смысле письменности. Ичи, ни. А чтобы получилось три, получая, мы добавляем просто палочку вверху. Это у нас ичи, ни. Две палочки. А три палочки это будет сан, сан. Давайте скажем, посчитаем. Ич, ни, сан. Ич, ни, сан. Ич, ни, сан. Давайте вместе. Ич, ич ни, сан. Угу. Молодцы, молодцы. Сугой, сугой.
Ничи-ни-сан. И пишется очень просто. Ну, если кто вдруг три палочки не заметил, можно дорисовать до троечки, до нашей русской. Ну и также до двоечки можно не дорисовать. Вот. Но тут уже не особо понятно. Но вот до двоечки дорисовать вот у нас. Вот. Соответственно, мы выучили ич, ни, и еще бы у меня была бы еще одна рука, вот тут было бы сан. Ич, ни, сан. Молодцы. Получается типа ич, ни, са? Да, сан, н на конце, сан. Ич, ни, сан? Ич, ни, сан, да, ич, ни, сан. Так, сейчас напишу, как это пишется. Ля-ля-ля, где у меня вот чат. Ич. Ну, напишу я. Напишу ити, но читается ити. Ити ни. Сан. Ни сан. Ни сан. В японская вот эта чи, она с призвуком шума, поэтому получается между че и це. Ити, ити, ити. Ить. Угу. Ну, эти звуки мы еще потом отработаем. Сейчас просто знакомимся. Неку то. Да. Кто догадается, что означает то? Это зло или перед? То ину. Кошка и собака, или кошка с собакой. То означает и или с. Ну, чаще всего с. Так, у нас время заканчивается. Мы перезайдем, если что. Так, неко то ину. Давайте скажем неко то ину. Неко мяу-мяу то ину. Неко то ину. Неко то ину. Неко то ину. Да, неко то ину. Неко то ину. Молодцы. Ину. Конничива. Ватаси ва неко. Да. Конничива. Помните, как переводится конничива? Конничива. Привет. Да, привет. Угу. Ватаси ва неко. Конничива. Привет, как дела? Ватасива. Кто как это? Как дела? Ватасива. На кого я показываю? Ватасива, это я. Привет, да. Я кошка. Да, конничива. Ватасива неко. Да, давайте все поприветствуем друг друга и скажем тоже, как нас зовут. Конничива, ватаси ва андоре дес. Угу. Кто еще смелый? Кто еще хочет попробовать? Давайте, не стесняемся. Мы для этого и пришли, чтобы делать ошибки. Конничива, ватаси ва андоре дес. Сугой! Конничива, ватаси ва андоре дес. Угу. Да. Коничива, ватаси ва десу коре. Угу. Замечательно. Тори. Тори. Тори – это птичка. То мы уже увидели как частицу с. И вот так вот она пишется. То. Тори. Тори. Коре ва тори дес. Коре ва нанни. Коре ва тори дес. Угу. Коре ва тори дес. Давайте скажем. Коре ва тори дес. Коре ва тори дес. Коре ва тори дес. Угу. Тори. Коре ва тори дес. Тори тачи. Когда мы хотим сказать, что их много, то есть это множественное число тачи,
мы используем тачи. Соответственно, будет неко тачи, это кто будет? Тори тачи – это птицы, а неко тачи – это кошки. Давайте скажем, коре ва тори тачи десу. Нека кори тачи десу. Угу. Угу. Тори тачи. Тори. Тори. Тори ва тори десу. Сакана. Сакана. Коре ва сакана десу. Коре ва нанни? Коре ва сакана десу. Коре ва сакана десу. Нанни? Нанни это что? Что это? Это рыба. Коре ва нанни? Коре ва сакана десу. Коре ва сакана. Давайте скажем. Коре ва сакана десу. Конничива. Конничива. Сакана тачи. Добавляем тачи. Сакана тачи. Коре ва сакана тачи десу. Коре ва сакана тачи десу. Коре ва нанни? Коре ва сакана. Коре ва сакана десу. Угу. Коре ва нанни? Коре ва сакана тачи десу. Вот у нас сакана тачи. Сакана тачи десу. Давайте скажем. Коре ва сакана тачи десу. Коре ва сакана тачи десу. Давайте я напишу. А то у нас слух, наверное, не очень. Коре ва сакана тачи десу. Коре, так, пиши. И сохраните то, что тут написано, потому что скоро прервется и не будет. Так, тати дес. Коре ва сакана тати дес. Коре ва сакана тати дес. А давайте скажем, это собаки. Собака как будет? Кто запомнил? Откуда она у нас? Ину. Да, ину. Соответственно, мы добавляем какой? Какое окончание? Корева ину дес. Да, корева ину тачи дес. Корева ину тачи дес. Это собака. Корева ину тачи дес. Это собаки. Тачи это, это множественное число. Тачи. Корева ину тачи дес. Молодцы, молодцы. Давайте еще раз повторим. Повторим. Сакана тачи. Сакана тачи. Коре ва сакана тачи десу. Давайте повторим нашу. Па-пам.
вот такой. Еще кое-что получим. Давайте тогда уже цифры доучим. Так. Па-пам. Угу. Вот наши цифры. Это у нас животное, а сейчас будут цифры. Dino Lingo. Dino Lingo. Dino Lingo. Это мы уже запомнили. Два. Соответственно, ич-ни. Ич-ни. Давайте скажем ич.